Контроль над господствующими высотами – это ключ к любой местности, где идут боевые действия. А значимость приграничных возвышенностей для безопасности любого государства имеет стратегическое значение. Завершающий этап операции сирийской армии, целью которого является восстановление контроля над юго-западными рубежами Сирии, проходит в районе оккупированных Израилем голландских высот. Вдоль Голланд пролегает учрежденная в 1974 году Советом Безопасности ООН демилитаризованная зона и расположен контингент миротворцев. Но и по сей день эта местность походит на бочку с порохом, ведь де-юре до сих пор Сирия и Израиль находятся в состоянии войны. Стратегическую значимость высоты Тель-Хара понимали и террористы Нусры, оборонявшие подступы к Голланам. Ведь все радикальные группировки, не желавшие капитулировать, после первых поражений на востоке провинции Дра, отступали в этот район. Силам Тигра всего за один день боев удалось выбить их с хорошо укрепленных позиций и выкурить из нор, в которых они прятались от бомбежек. Когда-то здесь располагался сирийско-российский центр радио и радиотехнической разведки. Но в 2012 году он прекратил свою работу с началом боев между армией и боевиками. Теперь же отсюда сирийской армии вновь открывался вид на Голланы и прилегающие к ним города и деревни. Взятие 16 июля Тель-Хары стало событием, во многом определившим ход войсковой операции на юго-западе Сирии. К 18 июля боевики окончательно дрогнули. Все крупные города на западе провинции Дра, которые занимала так называемая умеренная оппозиция, подписали примирение с правительством. Накануне 18 числа с боевиками из местных группировок завершились переговоры о сдаче крупного города Нава, считавшегося последним рубежом обороны умеренной оппозиции. В тот день силы Тигра заняли высоту Тель-Харан, которую боевики попросту бросили, оставив оружие и боеприпасы. بعد توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة وبعد توجيهات من السيد العميد سهيل حسن عمر تم تقدم باتجاه بلدة نوى والسيطرة عليها وسيطرة تامة بالإضافة إلى السيطرة على المحيطة بالبلدة والحمد لله رب العالمين تم الأمر بكل نجاح وبدون أي خسائر. هو بجوز يكون رابطين بيجوا شي شغله что ли? Пластит? Сифор? Сифор. В тот же день на фоне все ухудшавшейся для них ситуации террористы Ан-Нусры начали выпускать первые автобусы с мирными жителями Фуа и Кафрая. Две эти шиитские деревни расположены в логове боевиков на севере Сирии, провинции Идлиб. Более 6 тысяч их населения и гарнизон защитников долгие годы были инструментом шантажа со стороны террористов. При каждом наступлении сирийской армии боевики грозили резнёй Фуа и Кафрая, усиливая натиск на них. В ходе заключенной сделки с правительством, Нусра теперь давала коридор для полной эвакуации из осажденных сел, а взамен получала из государственных тюрем около 1500 своих сторонников.
Большинство отрядов у голландских высот также были согласны уехать в Идлиб, но часть отвечала отказом. Поэтому следующей задачей тигров стала высота Тель-Джабия, последний крупный узел обороны Ан-Нусры на востоке провинции Дера. ويجري العمل حاليا على تحرير تل أجابي الذي يبعد 4 كيلومتر عن موقعنا الحالي حيث يتحصن جبهة النصرة وبعون الله تعالى سوف يتم سحقهم جميعا لا جبهة النصرة ولا داعش على أرض الجمهورية العربية السورية بفضل الجيش العربي السوري ونمور الجيش العربي السوري На пути к Тель-Джабии лежали несколько сел. Продвигаясь к высоте, силам тигра необходимо было их взять, чтобы прикрыть фланги наступления. Первое из них называется Сукари. После вала огня достичь его окраин броне и пехоте не составило большого труда. طلع عندي ولا 14 بسرعه شايفه ليش لك سيارات عم تنقل بتاخذ مسلحين مهربه بسرعه على الجامع الاسود بسرعه Боевики оставили село, и оно было зачищено буквально через полчаса. Выход Тель-Джабия был открыт, но на подходах к высоте уже чувствовалось сопротивление. Тиграм предстоял всего один рывок, но сделать его было непросто. Боевики готовились встречать броню и штурмовые группы. Боевики начали уходить в сторону Голланд под огнем артиллерии «Тигров». Но отступая, они пустили в ход смертника и начали бить по километровому участку перед высотой из противотанковых ракет. Несмотря на это, «Тигры» продолжали перебрасывать Тель-Джабии подкрепления. Но делать это приходилось под огнем противника, преодолевая участок на бешеной скорости. Вскоре все было закончено. Авиация и артиллерия била уже вдаль по боевикам, отступившим в окрестные села. У самой Тель-Джабии полным ходом шла зачистка, а на высоте закреплялась пехота и техника. Но,
تل مشرفة على مناطق استراتيجية مهمة. تم رصد طريق امداد المسلحين. الحمد لله رب العالمين بانتظار اوامر التقدم باتجاه المناطق المحتله من قبل التنظيمات الارهابيه داعش وجبهه النصره. После взятия Тель-Хары и полной эвакуации жителей и защитников Фуая Кафрая, ан-Нусра и пожелавшие к ней присоединиться радикалы начали покидать район голландских высот. Дальнейшую их судьбу в Идлибе, где то и день вспыхивают конфликты между группировками, предсказать сложно. Впрочем, как и будущее самой провинции. Оставленные боевиками позиции заняли правительственные войска. Подводя итоги этого этапа операции, можно сказать, что военная дипломатия вкупе с силовым давлением позволили сирийской армии вновь выйти на юго-западные рубежи страны в самом ее взрывоопасном регионе. Теперь силы Тигра ожидает заключительный и самый сложный этап летней кампании. Уничтожение анклава ИГИЛ в долине реки Ирмук. Отступать боевикам оттуда некуда, и сопротивляться они будут до последней капли крови.